надо. Ребята, всем привет. Привет. Мы приехали в торговый центр для чего? Для того, чтобы здесь отдохнуть. Чтобы провести здесь 24 часа. Сейчас найдем укромное место, спрячемся и продолжим, когда торговый центр закроется. Давайте зайдем сюда. Дети, по-моему, неплохое место для того, чтобы переждать здесь. Я думаю, все равно все ездят на лифте. Поэтому давайте постоим здесь, подождем. А когда магазин закроется, будем с вами гулять по закрытому магазину. Круто. Да, только главное не попадаться охранникам на глаза. Дети, как вы думаете, магазин уже закрылся или нет? Закрылся. По-моему, очень тихо там. Давайте я выйдем. Я думаю, за нами теперь охранники будут следить. На лестницу. Так, у меня есть самый гениальный план. Какой? Просто разделяемся, и он нас будет долго-долго-долго искать. Давайте сначала, зайдем в торговый зал, посмотрим, все ли там спокойно. Возвращаемся. В общем, мы идем обратно в торговый зал. Да, это будет запасной выход для нас. Кого? Кстати, я хотел посмотреть, здесь аквапарк где-то есть. Давайте посмотрим. Да, все уже закрылось, посмотрите. Аттракционы уже все позакрывались. Сейчас. Я нашла аквапарк. Да, мы сейчас хотим посмотреть, как выглядит аквапарк. Смотрите. Идеально было бы сходить сюда ночью, да, дети? Да. Когда никого нету, как сейчас в магазине. Можно было купаться без очередей и кататься на всех горках, но ночью аквапарк не пускает. Но в магазине можно побыть ночью. Пойдемте еще погуляем, пока никого нет. Мы сейчас находимся на каком этаже, ты помнишь? Четвертый этаж. Да, мы находимся на четвертом этаже. Здесь уже все тихо. Будем здесь или пойдем на третий этаж? Будем здесь. Пока побудем здесь. Здесь давайте поизучаем местность, а потом спустимся на третий этаж. Давайте поизучаем, что здесь еще есть. Пойдемте. Так, аквапарк мы посмотрели. Батутный центр закрыт. А что там? Давай посмотрим. Смотрите, это вход в кинотеатр. Да, дети, кинотеатр уже закрылся. Смотрите, какие колонны здесь забавные. Прозрачные, с подсветкой. Кстати, да? Я видела толстоватую охранницу. Охранницу? Она нас точно поймает. Она, наверное, за нами будет гоняться. Да? Она где-то тут ходит. Да. Давайте тогда будем аккуратнее. Ребята говорят, что здесь есть какая-то злая тетя-охранница. Нам на нее сейчас главное не попасться, потому смотрите, что... А вон, смотрите, какая-то галактика приключения. А самое главное, что я видела, что там был один посетитель, который тоже гулял здесь, и она его просто выгнала отсюда, так что... Она так его не била ничем? Ну... У нее дубина, кстати. Что у нее? Дубина. Что, она била этого дядю дубиной? Да. Не, она вот так... А это что такое? Здесь тоже все не работает. Служебное помещение. Дети, ну надо было вот здесь переждать с вами, да? Смотрите, вот хорошее место было, где можно было переждать, когда закроется торговый центр. Ну ладно, пойдемте обратно, здесь ничего интересного. Только давайте выходить аккуратно, вдруг тетя охранница уже здесь. Никого? Пойдемте дальше. Кто-то там ходит. Так, давайте будем ходить аккуратно. Ладно, сюда мы не пойдем. И уборщица, уборщица, знаете, что можно сделать, если увидит нас? Взять Метелкой нас? Да, или вообще взять помойное ведро с мусором и на нас. Нет, это опасно уже становится. Ребята, немножко нас выбросило. Вот здесь можно прятаться, да? Смотрите. Вот здесь еще темный закуток. Ну ладно, пойдемте сюда. Я думаю, надо уже посмотреть, что этажом ниже, да? Спуститься вниз, чтобы тетя охранница осмотрела, осмотрела здесь каждый уголок и не нашла нас. Но потом она спустится вниз, а мы потихоньку наверх. Тихо, за мной! Кажется, я что-то слышал. Подождите. Вы слышали что-то, нет? Да. Подождите, я выгляну. Не, по-моему, мне показалось. Пойдемте. Ребята, кстати, давайте попробуем с
сами найти эту тетю-охранницу. Да? И пытаться ее подразнить и убежать от нее. Подразнить хочешь? Да. А если она быстро бегает, и ты не убежишь? Я-то тоже быстро бегаю. Я видел, как она за дяденькой такая... Да? Медленно. В общем, пока никого нет, мы решили перекусить. Угу. Надя, ну, что ты нашла? Я нашла кукурузку. Кукурузку вкусно? Угу. Все, подождем еще немного и проберемся на третий этаж. Я уже давным-давно. Там вроде бы тихо. Яна, сколько там тебе осталось? Мало очень, вот. Совсем чуть-чуть. Давай, доедай скорее. А мы пока посмотрим на прекрасный вид аквапарка, да? Да. Ты не стучи, нас могут услышать. А я все равно, я хочу экстрим. Экстрим хочешь? Давай тогда найдем эту охранницу и пробежим мимо нее. Давай. Дети, давайте, наверное, спустимся на три. Что такое? Ты правда, что? Вот сейчас реально мы попали на охранника. Это та тетя, по-моему. Да. Дайте я выгляну, подождите. Я ее вижу, она вон там. Яна, ты где? Мы тебя ждем, ждем. Давай. Покрасить. Мы уже обошли там. Вон, встаем. Смотрю. Вон там кто-то есть. Давай перебежим. Подожди. Сейчас, секунду. Она там. Подожди, спрячемся. Туда. К нам. Ушла, погибла. Давайте сюда. Пойдемте сюда, да, за мной. Давайте аккуратно за ней пройдем и уйдем направо, давайте. Держимся за колонной. Кажется, уходит. Уходит. Давайте пройдем. Тихо, сюда. Там, кажется, убирают. Вот эти колонны, вот эти вот, которые немного такие плоские. Да, тут лучше. Ну что, ты? Она вот там. Да. Ты брякаешь, Диан, куда ты? Да вон она. Она за нами бежит. Она бежит, она вот заметила нас, по-моему. Убежали. Быстрее, за мной, Диан. Ко мне сюда, едь. Нас догоняет охранник. Забегаем на первый этаж. Быстрее, Диан. Да нет, там лифт. А лифт-то не... Скорее, да вы шляли, она уже близко. Лестница, живут. Выход сюда. Есть выход, нет? Да нет, это не тот выход. Скорее за мной. Скорее сюда. Налево, туда, дети, туда, за мной.
Погоди. Так, второго нет, нет. Бежим. Фух. Все, я уже запыхался бегать. Я тут закрыто. Гони, да ну уже можно быстрее. Он догоняет. Хорошо, что жил, ты что, ты жил? Давай, вставай, Нам нужно пройти на соседний эскалатор. Давайте. Тихонько, она вроде ушла. Ушла, пойдемте со мной. Скорее, она вон там. Пойдемте со мной. Ушла, давайте, все, спускаемся. Пока тишина. Она вон, она бежит. Она нас увидела. Давай спускаемся. Она нас увидела. Все, осталось найти выход, и все, и мы убежим отсюда. Я знаю одно место, куда можно бежать. Давай, давай, бегай. Я догоняю. До лестницы бежали, там на лестнице мы спрячемся быстрее. Давай сюда, вперед. Здесь есть выход. Можно спрятаться, давай. В общем, сейчас здесь на здании. Когда она пройдет, мы выйдем и пройдем к выходу из торгового центра. Окей? Ты шапку взял? А я без шапки. Капюшон оденешь, давай. Что, сейчас осторожно, выглядывай. На улице не так холодно. И сразу бежим на улицу, ага. Она, по-моему, наверх же ушла, да? Страшно, одевайся. Все, давайте. Побежали. Ну, вроде бы чисто. Если выход не закрыт, то мы сможем выйти сейчас. Работает! Ура! О, пока охранница, да? Дети, мы вышли! Ладно, ребята, это было крутое видео. Мы с Раей сделали. Да, веселое приключение. Да. Не забудьте подписаться. Вот напишите в комментариях, у вас были такие встречи с охранниками, чтобы они вас догоняли. Вот. И... давайте шлепнемся лапками. Я уже в перчатках. Так, тыщ! Пока. Пока. Всем пока. А, кстати, и напишите в комментариях, вам понравилось, как мы экстремалим перед охранницей. Злой. Да. Всем. Не забудьте колокольчик нажать. Да. Всем пока. Пока.